вы будете? Срочно нужно. Молодец, я не надо. То есть, ножи, пистолеты и так далее. Мердит, что? Что это за хрень? Это нож Алли. Люди его используют, чтобы разрезать продукты, а мы будем использовать, чтобы разрезать зомби. Ну, и других тварей. Крутяк. Почему? Зачем вы согласились? Юля, у нас не было выбора. Да? Как раз таки он у нас был. А Элис по глупости его упустила. Пожалуйста, не нервничай. Что? Похоже, ты вообще ничего не понимаешь. Мы будем жить в лесу, как в голодных играх, без еды, воды, и при этом нас могут убить. И ты не нервничать? Элис, что ты молчишь? Юля, Элис приняла верное решение. Нет, мне нужен ее ответ. Похоже, пора. Я не готова, Берти. Давай, сейчас или никогда. Элис, что такое? Видишь ли, мы не те, кем ты нас считаешь. В смысле? До твоего рождения проводилось мероприятие по избиранию души для человека. И настал твой черед. В кандидатах была Эшли и ты. Нет. Эшли хотела стать твоей душой ради своих черных планов. Поскольку вероятность того, что ее выберут, была мала, она создала своих клонов. Они перед тобой. Если тот, кого выбрали душой, не хочет ею быть, он имел право передать эту обязанность другому. Эшли рассказала нам о своих планах. И если кого-то из нас выберут, то мы должны были отдать эту обязанность ей. И выбрали меня. Но я не могла так поступить. Я понимала, что если я так поступлю, то пострадаешь не только ты, но и очень много других людей. Я не стала ей уступать. Она же в ответ нас прокляла, и мы не могли делать ничего против ее воли. А когда я ее победила в прошлый раз, заклятие пало. Но сейчас она возобновила его. А душа твоя не я. Вскоре узнали, что я просто клон, но удалять меня не стали, потому что я делала очень много для нашего мира. После чего за это меня вознаградили магией. Ну и потом, соответственно, за работу они дали ее и Айли. Хотя не знаю зачем. Твоей душой стала Джулиет. А мы просто клоны. Вот и вся история. О боже, Эрис. Прости. Ты не виновата. Ты же ведь не знала. Эрис, мне страшно. Не бойся, все будет хорошо. Точно? Да. Ты даже не переживай по этому поводу. Просто забей на это. Я постараюсь тебе поверить. Больше не важно, что тысячи раз ты пыталась бежать. Больше не важно, что воздухом здесь невозможно дышать. Сколько ночей ты лежала без сна, слыша звуки отравленного дождя. Где ты сейчас? Где ты сейчас? Где ты сейчас? Сменяет день, луна в огне. Смогла бы ты убить, чтобы жизнь сохранить. Способна согрешить, чтобы правду открыть. Жжет, жжет боль. Могла бы ты убить, чтобы жизнь сохранить. Способна согрешить, чтобы правду открыть. Жжет, жжет боль.
Короче, Эрис сейчас просто в бешенстве наверняка. Да, потому что я выложила ее самые ржачные фотки в интернет, короче, на ее инстаграм. Вот, и она наверняка на меня сейчас злится просто ужасно. И давайте посмотрим на ее реакцию. Мне так интересно вообще, давайте посмотрим. Сейчас. Привет! Это не я! Да блин, честно, это не я, клянусь! Я знаю, что это ты была. Блин, как мне еще доказать, что это была не я? Да ты никак это не докажешь, потому что пароль от моей страницы никто не знает. Ты это снимаешь? Да, да, я тебя снимаю. Блин, ты что, вообще тупая, что ли? Блин, ты вообще... Можно войти? Да, да, Элис, конечно, входи. Ты волнуешься? Очень. Все пройдет как по маслу. А если нет? Элис, я так боюсь кого-то из вас потерять. Понимаю. Но я хочу тебе сказать, не думай о нас. Думай о себе и о своем спасении. Я не могу. Можешь, я знаю. Спрячь Юлю Паиньку и вытащи жестокую и беспощадную Юлю. Такой не существует. Нет, она есть. Жестокость есть в каждом. Эрис, дело даже не в этом. А в чем? Я не убийца. Я не умею убивать, и я боюсь крови. Я буду первой, кого убьют. Сожрут или укусят. Не надо так говорить. Но ведь это так. Мы обе это знаем. Все, хватит! Будь на позитиве и просто иди вперед. Постараюсь. Ладно, я пойду спать. Ты тоже ложись сегодня пораньше. Обязательно. Ну вот и все. Да. Я буду скучать по дому. Мы все будем скучать. Эрис, а как мы попадем в этот лес? Не знаю. Эшли должна нас оповестить. Юль, ты как? Ну, вроде хорошо. Слушайте, а где Кэти? Кто знает? Блин, Кэти, ты где, а? Ну как вам? С чего бы начать? Я начну. Что это? Мы идем выживать в лесу, а не на показ мод. И что? Неважно где, мы всегда нужно выглядеть безупречно. В лесу этого точно не надо. Ну, только если ты встретишь симпатичного зомби. Но этого точно не будет. Прости, Кэти, но нам придется тебе отказать. Чудно! Спасибо большое, Эрис, за то, что я не могу свободно самовыражаться. Просто супер! Тихо ты, это Эшли. Привет. У меня для вас радостная новость. Я решила позволить одной из вас уйти из игры сразу. Так что решайте, кто это будет. Даю вам на все одну минуту. Давайте я. Почему? Блин, да я даже запачкаться боюсь. Куда там толпись? Ваш ответ? Кэти. Хорошо. Что делать теперь? Выживать.